Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ, продолжаем с вами проходить рейдж, и нам с вами надо поговорить с Виксом о Куприна. Так, стоп. Так, подождите, я уже все забыл со вчерашнего дня, где здесь еще находится. Так, давайте, наверное, вот так пойдем. Джеки Викс. Викс это который был? Алло, а где гонщики? Гонщики не здесь разве? А, вот здесь они. Викс, ты? Внимание, спонсорская. Нет. Пыльная 8 открыта. А, вот он ты. Всеми любимая. Хочешь автомобиль покруче? Куприна мне нужен, да. Тогда спонсорская пыльная 8 то, что тебе нужно. На ней местные лидеры индустрии показывают товар лицом. Тут тебе и гонки, и реклама. Все довольны. Если хочешь участвовать, тогда лучше найди себе спонсора. Крутым гонщиком крутые тачки. Ходят слухи, парню из того шоу «Убей мутанта» или как его там, требуется водитель. Если хочешь, поговори с ним. Значит, тебе нужна новая тачка, тогда тебе непременно нужно принять участие в нашей гонке. На пыльные 8 есть все. Чуть-чуть рекламы, высокие скорости и жуткие аварии. Если хочешь участвовать в гонке, тебе нужен спонсор. Тебе повезло. Джек Стильсу, продюсеру телеканала «Убей мутанта», нужен водитель. Стильсом можно найти к западу от города на Южном шоссе. Получи у Стильса спонсорское письмо и приходи ко мне. Ты найдешь эту обитель ужасов на Южной магистрали. Продам запчасти. На Южной магистрали, хорошо. Уговорить? А здесь кого-то можно уговорить? Чё-то у меня большие сомнения, что здесь кого-то можно уговорить. Прям вообще сомнения. Вот, я начинаю запоминать уже, где гараж. Гараж. Так. Пустоши? Конечно, пустоши. Я уже прям горжусь тем, как я ориентируюсь в источнике. Мне нравится, что вы больны не мною. Налево, на запад, в студию телеканала «Убей мутанта». Ну окей, поедем туда, в студию. Без башен, еще, может, снесем кого-нибудь, деньжат заработаем. А на что мы их заработаем, если я патроны не купил? Ну-ка, где? Так, 100 баксов. Ну, сейчас постреляем, чё? Ну, правда, мне нечем, но это пустяки же, правда. Где он? Я его просто не вижу. Мало патронов. Сколько там еще осталось? Иди сюда. А, у него вообще третий уровень. А, ну он прокачан, конечно. Да. Попал? А я не могу его таранить. Что там у него творится с этим? Хорошо, он меня разматывает, да? А где он? Он сам по себе взорвался, что ли? У меня катастрофически нету патронов. Мне не хватает деньги на патроны. Ну ладно, 100 бакинских мы заработали. Я надеюсь, мне хватит, чтобы купить пулеметные патроны. У нас и машинка что-то вообще себя плохо чувствует. Так, я не понял. Ну, наверное, дробаш. Конечно. Это что? Эмбэд. Наверное, вот это и есть, да? Убей мутанта. На арену. Прекрасно.
Поговори с Стильсом о спонсорстве. Жаль, здесь нету быстрого перемещения. Стильсон, алло. Посмотрите-ка, кое-что новенькое. Похоже, сегодня я не зря встал с постели. Я полагаю, ищешь спонсора? Класс! Muy bueno! А ты симпатико, да. Тебе нужен спонсор, а мне нужен участник. Игра простая. Выходи на арену, и она начнется. Все просто. Убей Ясно. Или умри. Выживешь, сделаешь мне хорошее шоу, получишь спонсора. Как просто у тебя все выходит. Ты готов? Тебе нужен спонсор? Без проблем. Я готов тебя спонсировать, но при одном условии ты должен выжить в моем шоу. Правило здесь только одно. Если хочешь выжить, убивай. Если доберешься до финиша, ты победил. Устрой хорошее шоу, я дам тебе письмо о спонсорстве. Окей. Подождите, стоп. Да, окей. Чудесно! Устроим шоу, я буду крутить его годами. Ну, давай. Куда сейчас идти? Надо куда-то ехать? Mutant Bash TV. А, вон оно что. Приветствую вас, дорогие зрители, на очередном зубокостедробительном шоу «Убей мутанта». Зашибись, да? У нас в гостях совсем свежий участник. Ну вот оно, стрелка, что такое? Явился прямо из прошлого и кажется крутым, но готов ли он к состязанию? Мы скоро узнаем. А открывай дверь. На дорогу герою. Ладно. А, это просто. Они быстрые и кровожадные, так что нашему герою придется попасть. Так, мне патроны дадут. Начнем наше Давай. Представление. Убей или умри. Вот и все правила игры. Где деятели? Я уже встал в центр. Опять? Ну да, прекрасно, что я могу сказать. Мой дробовик нуждается в прокачке. В острейше, остро нуждается. Сдох. Ну это чушь, это абсолютная чушь, потому что я первый раз, когда через прицел стрелял, попал ему в бошку. Ерунда это все. Но сейчас я не попал, я не спорю с этим. Че, меня убили? Я не буду на них хилки тратить. А может придется. Нет, я отхилился. Так, ну-ка. Это что у меня? Это не то, это... Ну и сколько в него высадить надо? Скажите мне, пожалуйста. Еще. Ну, что за бред? Ну. Ага. Бронебойные мутанты. Ну, естественно, чё. Я не знаю, почему не отхилился. Да, такими темпами, конечно, я долго здесь не проживу. Здесь что? Штурмовая... Так. Это я перезаряжу. Я не буду на них тратить эти патроны. Пистолетные патроны. Это что, толстячки? Можно толстячками пострелять, а что делать? Но мне решительно не нравится здешняя баллистика. Это нельзя сохранить? А, тут не получается.
Ладно. Блин. Патроны были. Ну и что здесь? Ну главное просто за пределы не выходить. Откуда они вылазить будут? Да ёлки-палки, ну... Ценные патроны на них просираю. Серьезно. Ну ладно. Что делать еще? Как я профукал там патроны? Где? Сюда? Ну, по идее, должно хватить толстячков. Надо просто как-то помечь чуть стрелять. А, еще, дайте, что я хочу. Я хочу снизить чувствительность геймпада, потому что он очень сильно ездит. Так, давайте посмотрю, я сейчас что получилось. Вот так. Ну так вроде ничего. Поздравление участнику! Ты заслуживаешь дополнительный раунд. Теперь да. У тебя есть шанс выиграть. Все просто. Стреляй в цель, чтобы остановить колеса на призе, прежде чем кончится время. Берегись мутантов! Чего? Какие колеса? Что значит? Удачи! Я вообще ничего не понял. Так. Вылезли? Да надоели вы уже, ну вот серьезно. Шестьдесят шесть. Еще не все? Наш участник показывал прекрасные навыки выживания. Надеюсь, он готов к следующему вызову. Так. Патроны я хочу, дайте мне патроны. У меня нет патронов. Да, а здесь что, и не будет ничего? Не, будет. Картечь, бинты. Ну, толчки, толчки, говорю. Толстячков тратить как-то не хочется. Что у нас к нему есть? Ничего к нему нету. Не нравится мне, как работает дробовик. Чё, в центр надо встать? Так, это что? Откуда он взялся? Я ж смотрел вроде, ну. Ну, короче, в эти квадраты не наступать и все. Так. Где еще один? Скотина. Ну и чё, и сколько это?
Четвертая из пяти. Окей, что-то еще будет. А это кто? Так, подождите, я что-то ничего не понял. А куда ему стрелять-то? Чуваку этому. Да ладно. Ничего не понял. Что, заново все будет? Да ладно. Вас, дорогие зрители, на очередном... Ой, капец. И как мне надо было его убить? Свежий участник. Явился прямо из прошлого и кажется крутым. Но готов ли он к состязанию? Мы скоро узнаем. А сейчас дорогу герою! Ладно. Иди отсюда. Да, прошел один раз и... Ладно. Потрясающе. Хорошо. Я думал, все. Да. Великолепно. Тут это еще есть? Так, надо поэкономить толстячки, мне кажется, да. Так, они же вроде... Кто? Бронебойные мутанты. Шоу бронебойных мутантов. Он сдох. Ну зашибись, да. Угу. Да не это оружие. Ну давай, смени ты его. Это что? Первая арена. Так, дайте мне хилки, патроны, нету? Есть. Пистолетные патроны, стальные патроны, толстячки. Прекрасно, у нас есть толстячки. Это хорошо. А здесь что было? А. Пошел отсюда. Да ты достал уже реально, ну. Теперь здесь можно побыть. Они сюда не вылезут.
Хорошо. Да я ж стрелял! Ты мать, а. Ужас. Так, дайте мне. Ничего не даст мне она, игра. Там какие-нибудь ништяки, патроны, хилку. Ага. Это что там, колесо? Хорошо, у тебя есть шанс выйти все просто. Стреляй в цель, чтобы остановить колеса на призе, прежде чем кончится время. Берегись мутантов! Давай. Короче, надо сразу, чтобы мутанты выпадали, и все. Блин, промазал, ладно. Ясно. Пошел отсюда. Ну я ж попал в тебя! Попал до этого! Надеюсь, он готов к следующему вызову! Ладно, да, следующий вызов. Так, а ничего мне не дают? Блин, а я хочу. Сюда. Вот. Что мне дают? Картечь. 40 единиц картечи. Здесь нужны толстячки, да. Где? Пожалуйста, перезаряжай быстрее. Давай быстрее. Еще не все. Там кто-то еще был. Ай, сейчас что будет? А, мудель этот. Я вот не понимаю, как с ним драться вообще. И не понимаю, каким образом его убивать в принципе. А ты пройдешь и... Я попадаю, нет? Так. Перезаряжайся, пожалуйста, а, рейнджер. Зашибись, время перезарядки у рейнджера.
все. 707 баксов. Отличное шоу! Не побоюсь сказать, что это лучший участник месяца. Ребята, не расходитесь. Пока наш участник пробирается к пьедесталу, послушаем сообщение от наших спонсоров. Это вообще такая срань. Благодаря автозапчастям Расти. Такая Расти срань. Ездить уже 10 лет. Вообще. Это что? Метатель огня. Ну что, спонсор, где ты? Что сейчас? Ну и вид у меня. $707, я доволен. Мы сходу подняли $707. Браво, браво! Лучший боец месяца. Ты получил спонсора. Удачи в гонке. Стой, ладно. Стой, пока не ушел. Хочешь сняться еще в одном эпизоде, а? Деньги не маленькие. Не знаю, я подумаю. Все просто как и раньше. В этот раз чуть сложнее, но для участника вроде тебя проблем не будет. Ну, готов ко второй серии? Нет. Не готов. Пошли. Потом когда-нибудь, родной. Когда-нибудь. Сейчас к Виксу надо ехать, да? Где мой шикарный автомобиль? Показать сертификат спонсорства Джеки Виксу. О, ну нет. Пулеметные патроны закончились, поэтому мы сваливаем отсюда. Так, мне сейчас они дадут доехать, мне кажется, до пустошей. О, у меня закончилось ускорение. Но это мелочи. Главное, чтобы состояние машины было нормальным. Техническое. Приехали, да? Приехали. Сейчас в гараже пусть ее починит. И надо будет... Почему я не могу сразу в гараже все купить, а? Так... Ремонт сколько? $91, да, нормально. Хорошо. Убито 8, прекрасно. Нету, ничего нету у меня. Очень неудобно вот это вот, то, что торговцев растащили по разным местам. Так, я уже забыл, как туда идти. Подождите, вот я приехал. Вот сюда. Да, вот сюда. Эта штука, она дублирует тоннель, но она короче тоннеля. Так, на машину. Здесь покупать пушки. Пушки, говорю, оружие. Давай. Поторгуем. Припасы. Так, это что? Это мне не надо. Боеприпасы, так. Пистолетные патроны, матрешки, толстячки, картечь. Это все не то. Пулеметные патроны. Вот, а это... Наконечники мне нафиг не нужны, филтритовые, стальные. Так. Снаряжение 200, 400, 800, 1000. Я думаю, что все или больше можно ставить. Я просто не знаю, сколько можно ставить. Так, меня интересуют толстячки. Они меня очень сильно радуют. Матрешки, я не знаю, что это. Гарантированно убивают врагов с какого-то раза. Но это да, остальные патроны. 40, да? Филтритовые. Против брони. А, но у меня есть штурмовая винтовка. Не знаю, посмотрим, что это такое. И тебе того же. Подожди, стоп, а на дробаш сколько у меня патронов? Давайте посмотрим. А я не могу посмотреть, ну-ка. На мои товары. Забыл совсем. А я ничего не привез с собой, да? Вещи. Так, это что, матрешки?
132, не, ну это... Приятно иметь с тобой дело. Подожди-ка, я забыл, может у меня что продать есть. Торгуем? Продажа. Я нету ничего вообще. Доброго дня. Будь счастлив. Будь счастлив. Так. Чё я сюда пришел? Зачем? Ага, ага, ага. Машина, гонки, Викс, спонсор. Пойдемте. Здравствуй. Здорово. Старик Джей Кей 100 лет не выставлял своих гонщиков в заездах. Надеюсь, ты водишь не хуже, чем стреляешь? Иди к тощему, и удачи тебе. Хорошо. Хочешь глянуть список заездов? Спонсируемая гонка. Сюда, конечно. Спать. Так, сколько там кругов? Так, быстрого использования шубы помогут выиграть гонку. То же самое, что ли? Ясно. Что это? Едем, едем, едем. А куда едем, а фиг его знает. А где поворот? А я туда вообще еду? Ну да, если они не возмущаются, значит туда. Если никаких надписей нету, что я не туда еду, значит правильно все. Пожалуйста, будь добр, свали в туман, а. Хорошо, я доволен. Пусть едет вперед, пусть. Так, я, получается, сейчас третий. Уже четвертый, да? Да. Так, получается, что по внешнему радиусу это лучше. Будем иметь это в виду. Пока какое место? Второе. У меня сейчас первое будет. Но круг еще один, но еще один круг ехать. Ладно. Хорошо. Вот сюда. Теперь вот сюда. Так. Вот и все. Череп тягач, до свидания. Куприно. Замечательно. А я могу туда переставить свое оружие? Нужен Куприно. Вернуться к шерифу Блэку. А Блэк у нас был на втором этаже. Отличная гонка. Да. Блэк у нас был на втором этаже, не здесь. Вот здесь где-то, да? Да. Я прям вообще горд собой. Шериф! Шериф! Рад, что ты нашел себе тачку, которая может держать удар. В твоем задании это критично. Так. Нужно пополнить запасы в Северной дозорной башне, но добраться туда непросто. Из-за бандитов. К счастью, у нас есть ты, а у тебя укрепленный транспорт. Это будет трудно. Думаешь, справишься? Так, нужно доставить припасы на Северную дозорную башню, но все дороги перекрыли бандиты. А у тебя есть Куприно, ты легко прорвешься. Отвези припасы на Северную дозорную башню, иначе мои люди долго не продержатся. Выручу моих парней и получишь награду. Удачи, тебе следует поспешить. Хорошо. А Куприно всем надо уже нафаршировано? А? Други мои сердечные. Так, отсюда надо выйти, да. Чё стоишь? Здорово, Стэнли. Чё у тебя есть? Ну-ка. Доброго тебе дня. Меня зовут Стэнли.
А это служба доставки Stanley Express. Мой девиз: если Стэнли не доставит, никто не доставит. Но мне нужны водители. Видишь ли, я потерял нескольких недавно. Работа очень простая. Берешь груз и едешь. Только ехать надо быстро. Людям дорога ложка к обеду, так? Так вот, доставишь груз вовремя, я хорошо заплачу. Опоздаешь? Извини, не получишь ничего. Это ведь экспресс Стэнли, а не товарняк Стэнли. Ладно. Мы поговорим с тобой еще, не товарняк Стэнли. Теперь гараж. Давайте посмотрим, что там у меня с моей точилкой. А, 2200 на ней, на Куприна установлены. Ремонт нужен ей? Нет, отлично. Пустоши. Предметы быстрого использования. Надо будет посмотреть, что это и где их взять. Я, может, чего упустил. Переключение оружия. Ага. А я даже не знаю, что у меня на машине установлено. Что... Сколько их там? 30 ракет у меня? Неплохо. Очень неплохо. Это как вроде сбивать, да, можно? Прыжок через... Да, да. Сейчас мы ее снесем тоже. Ну-кась. Куприну зачетно у нас. Вот так вот поднимемся сейчас и... У меня камера болтается, я ничего сделать не могу. А как на нее навестись? Да езжай давай, Куприну, Пердино. Вот, все, понятно. Все. Там кто-то был? Где-то там впереди, да. Зачем я это нажал? А, она взрывается, что ли? Ладно, не знал. Саваны большие мастера по электрическим машинкам и взрывалкам. Вернее, там машинам с дистанционным взрывателем. Но будем иметь в виду, окей. Так, где они? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как-то тут можно что-то с камерой сделать? Потому что, ну, это кошмар, конечно. Сколько их там? Повезло! Ну-ка. Где он там? Иди сюда. Так, еще один остался. Да развернись уже! Вот и все. 100 баксов. А это окупает вообще стоимость затраченных боеприпасов? Ну, наверное, да, купает. Подождите, дайте я все-таки настрою, потому что невозможно это. Невозможно совершенно. А что, здесь нету этого? Настройка камеры отдельно. Нету. Она за ним быстро двигается, за машиной, и я не успеваю. Это очень сильно неудобно. Вон, еще висят камеры, маячки. Ладно.
что, приехали? Парни, я привез вам припасы. Северная дозорная башня. Тут надо пешком, что ли, ходить? А я не хочу. Или я что-то неправильно делаю? Наверное, надо вылезти, да. Здорово. Отличная работа, приятель. Эти припасы очень нужны. Вид у них зашибись вообще. Вернуться к шерифу Блэку. Нормально, да, у нас точило? Вообще прям зачетно. Стоп. А чё я туда-сюда мотаюсь, как идиот? Что у нас по заданию? Вернуться к шерифу Блэку. Так, филтритовый кратер. Так. Кратеру, хорошо. А где здесь он? Давайте сейчас к кратеру отправимся, еще разберемся, да. Что здесь и как. Территория поджигателей. Что за поджигатели? Раз уж выехали в пустоши, значит, надо вопрос решать, правда? Отлично, это что за такая эстакада чудесная? Мне нравится наша машина. Это не бомбы? Я подумал, что это бомбы какие-то. Вот и все. Филтрит, а это филтритовый кратер. Прекрасно, прекрасно. Я доволен. О, сейчас выйдут чуваки. Уже едут, да, я уже вижу. Да как же ты всрато разворачиваешься там, машина! Блин, что я сделал? Что я сделал? Ладно. Восполним боезапасы, ничего страшного. Ну, это аналог башен правительства, помните, да? Во второй части. Так что все по канону, все как надо. Слазь давай. Все. Давайте смотреть, что здесь. Это саван, они были жесткие, я помню. Это что? Канистра. Отлично. Канистра с маслом. Да-да-да-да-да-да-да. Я остро нуждаюсь в луте, потому что мне нужно продать. Так, подождите. Если у нас есть филтритовые... Вот, филтритовые патроны, да? Я взял... Я не взял их? Давайте посмотрим, как они там против брони, эти филтритовые патроны. Где? Где он? Я просто ничего не вижу вообще. Я не знаю, наверное, поменьше, конечно, филтритовых патронов тратится. Все? 123. Ну, слушайте, 2011 год. Показана разница в боеприпасах по урону. Вернее, реализована. Я считаю, что это неплохо. Я повторюсь, 2011 год это. А уже боеприпасы давали разный дамаг. Но это было, наверное, интересно. Тогда... Что опять на... Стоп. У них обычные патроны, что ли? О, да перепрыгни! Что ты такой беспомощный, рейнджер? Стальные патроны, да. 3 бакса. Ладно. А здесь филтрит, да? Ну, скорее всего, да. А я здесь никого не ложил уже в бою.
сожалению, нет. Чё, запустили? Ну чё, всё? Забираем филтрит. Отлично. Мэру Клейтону. Вот так. И сейчас спокойно вернемся. Спокойно вернемся, да. Угу. Да ты ж, что, сколько в тебя высадить надо? Алло. Хоть бы что игра разъясняла. И я как только сказал слово спокойно, он тут же вылез, да? Вообще замечательно. На автомат много тратится, но он и за раз выпускает неплохо. Управлять транспортом. Ладно. Опять появляются? Да, появляются. Слушайте, ну это боль просто. Бои на машинах — это просто боль какая-то. Чё, денег нету за это? А нафига я тогда трачу на это патроны? Я не буду, зачем они мне нужны? Я-то думал, деньги за это будут. А денег за это нету. Тогда нафиг эти бои. Вместе с поджигателями, саванами и всей вот этой вот гоп-компании. Вот за это деньги будут. Слушайте, друзья мои, но я не могу, мне тяжело, правда. Камера мелькает, она живет своей жизнью. Где? Все. Опять ничего. Опять ничего. А, ну я уже уничтожил машины, поэтому. Короче, едем к Сале и все. Оно нам даст бабло и пошло все нафиг. Нормально. Это только если объезжать. А я не стал объезжать, потому что я слишком крутой, чтобы это объезжать. Та-т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 а. Вход в источник. Но! Сейчас он нам быстро починит машину. Сразу. Потом мы пойдем к Салли. Так, ремонт. Сколько хочет он за ремонт? А сколько стоит ремонт? 55 баксов? Да, конечно. Теперь. Салли. Что это? Салли где-то здесь же, да? Вон она. Салли, я иду к тебе за баблом. Или ты мне уже дала бабло? А ты хороший стрелок. Надеюсь, скоро увидимся. 170 бакинских она мне дала. Вот так. Очисти дороги. Уничтожишь машину бандита, я заплачу. Прекрасно. Мы молодцы, друзья. У нас что она еще хочет сказать? Очисти дороги. Так, я понял. Машину. Молодец, да, все, иди гуляй. Блин, у меня глаза болят, а? Это ужас. Это просто ужас. Стоп. Мне кто нужен? Мне мэр нужен. Мэр здесь, на первом этаже же. А потом шериф Клейтон, мы пойдем. Здорово, Клейтон. Молодец. Видно, я в тебе не ошибся. Я знал, что бандиты что-то замышляют. Ты это подтвердил. И что не? В любом случае, эта штука небезопасна. Нужно, чтобы ты отнес это кому-то, кто знает, что это и что, черт побери, Квасир. Надо делать. Тут есть старик Квасир. Конечно. Отшельник.
очень умный человек. Иди к нему. Он посмотрит образец, проверит и поймет, что на уме у бандитов. Я не знаю, что это, но похоже, это опасная штука. На севере живет один отшельник, старый квасир. Отвези этот образец ему, посмотрим, что он скажет. Квасир мужик умный, но не любит незваных гостей. Так что я предупрежу его, что ты к нему заглянешь. Возвращайся, как только квасир выяснит, что именно затеяли бандиты. Я окей. Сообщу квасиру, что ты придешь. Как знать, что этот псих может сделать с незваным гостем? Как ты будешь ему сообщать? Скажи мне, пожалуйста. Так. Пойдемте к шерифу Блэку. Вернемся. Он был здесь. То есть здесь он был. Вот отсюда я к нему поднимался откуда-то, да. По-моему, отсюда, да? Внимание, жители источника. Я не перепутал? Или перепутал? Блин, по-моему, перепутал. Поздравляю с победой. Знаете что? Давайте я пока тогда зайду, продам этому чуваку. Где этот? Торгаш, где? Торгаш, торгаш. Хочешь потягаться? Подождите, а где торгаш? Ой. Слушайте, ну это пипец. Таких запчастей нигде не найдешь. Я понял, да. Так, а ну-ка, Расти, что у тебя ну, есть? Ну что, выбрал? Автозапчасти. Так. Пулеметные патроны, это что? Самонаводящиеся. Сколько стоит? 40? Прекрасно. Это что? Падающая мина. Щит. Вот. Это что? Дыхание дракона. Пока не уверен. Это робот-ремонтник. Сколько стоит? 85? Давайте купим. Мина сопровождения. Авиатурель. Конечно. Рад был пообщаться. Так. И теперь нам с вами надо найти этого торгаша. Он же вроде здесь был. Стоп. Вот отсюда я заходил. Правильно, и торгаша сразу находил. Нет, это что-то, короче, бред какой-то. Нет, это Салли Бар, он мне не нужен. Так. Это мэр. Хорошо, вот. А, все. Отличное шоу на канале «Убей монстра». Да. Великолепно. Говорят, парень в башне был адски рад тебя видеть. Вот плата за твои труды. Ну вот, теперь ты был на севере. Видал ведь в каньоне эти мины-машинки? Большая проблема. Их делает клан Саванов, бандиты-умники. Каньон не будет безопасным, пока не избавимся от этих штук. Вот что нужно сделать. Проникнуть в их логово, найти склад с деталями мин и взорвать его к чертям. Мои люди нашли схемы сборки таких мин. Сооруди одну, чтобы попасть внутрь. Как думаешь, справишься? В каньоне на севере житья не стало из-за проклятых мини-машин мин. К счастью, мои люди нашли чертежи этих адских штуковин. Возьми их, построй собственную машину с ДУ и с их помощью уничтожь все склады взрывчатки. Лагерь саванов находится в северной части каньона. Уничтожь склады взрывчатки саванов, и я тебя награжу. Возьми хорошо. Эти схемы. Борись с гадами их же оружием. Коннектор нанотритов. Уничтожь склады взрывчатки клана Саванов. Хорошо, уничтожу. Теперь где торгаш? Ну, друзья мои, торгаш же был недалеко, да? Ну, прям серьезно, недалеко. Мы как-то зашли. Может, здесь он где-то? Нет, здесь мы были. Стоп. Ужас. Нет, это не тот. Ты выиграл отличную тачку. Нет, это... Заткнись. Вот я отсюда выходил, поворачивал и сразу каким-то образом к нему попадал. Но это не здесь. Не-не-не, это общий выход, это не то. Вот так я шел. Вот.
вот так поворачивал. Может, здесь? Да, вот оно, ёлки-палки. Посмотришь на мои товары? Кофер. Я свои тебе продам. Вещи. Это что такое? Взрывчатка. Продать. Так, это канистры с бензином. Это детали машины с ДУ. Я продавать не буду. Маленький аккумулятор. Это все мне нужно. Коннектор нанотритов. А все остальное нужно. Да. Акватурель, авиатурель. Лезвие от крылопатки. Оно мне нужно? Я же крылопалку делать не умею, по-моему. Давайте продадим ее. Разнообразные железки. Это все нужно. Приятно иметь с тобой дело. Да, серьезно, кофр. Так, давайте-ка откроем инженерное меню. И посмотрим, что я могу здесь себе накрафтить. Бинты. О! И еще. Прекрасно. Это что? Замколомка, машина минус ДУ. И еще давайте сделаем. Вот так. Прекрасно. Замколомку одну сделаем. Она нам понадобится. Все. Мы ресурсы все использовали. Его магазин называется Out что? Outfitters. Quality, quality, шмалити, фигалити. А здесь что? Доска объявлений. Ну вот мы тоже поработаем. Ну что, дорогие друзья, вот такая у нас сегодня началась... Так началась серия, мы и в шоу победили, правда, со второго раза все люто бесило, но тем не менее победили. Гонять по пустошам продолжим в следующей серии. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на инстаграм, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока.